На 17 октября в республику доставлен 1 200 000 тонн жизнеобеспечивающих грузов, что составило 95% от плана. Предварительные итоги навигации текущего года подвели на заседании правительственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства республики Виктора Амукова. Как было отмечено, в целом навигация выдалась непростой из-за мелководья в Верховье Лены. Кроме того, судоходную обстановку усугубили лесные пожары в Иркутской области. В связи с низким уровнем воды на участке Усть-Кут-Киренск суда загружались только на 50-30%. Особое внимание традиционно уделялось завозу грузов в арктические районы. Из плановых объемов 368 тысяч тонн арктической навигации завезли 363 тысячи тонн или 98,5%. Также в эту навигацию на особом контроле находилась доставка в арктические районы картофеля и овощей.